Ну, первый дом почти готов. Невероятно, мы начали играть в квадростек всего неделю назад. Думаю, у нас талант. Именно. Эй, а почему я прыгаю? Сейчас проверю. Согласно инструкции, чтобы срубить дерево, нужно поднять левую руку. О, есть. О, есть! Получилось! Ужас! Я бы ни за что не стал делать второй этаж из опилок. А ты можешь сделать лучше? А то! Пойдем! Взгляните на мой трон! Джинджер, как ты? Это еще не самый большой замок. Но почти. И он хорошо защищен. А защищен от чего? Это, серьезно? Бен, Анжела, Джинджер, Хэнк, Говорящий дом и друзья. Не расстраивайтесь, друзья. Старики не умеют играть в видеоигры. Мы не старые и в своем уме. Я не старый. Где мой плед? Вот как это звучит. Ладно, мне пора создавать миры. Эй, Бен, как нам сделать такой замок? Не знаю. По инструкции нужно 8000 квадратиков из невозможного уровня. Это еще сложнее, чем сложный уровень. Может, мне тратить свободное время на что-то полезное, а не на видеоигры? Том, помоги мне зарегистрироваться на следующем фестивале рок-музыки. Мне нужна идеальная песня для участия. Том, не бросай цифровую сферу. По инструкции, если есть вопросы, можно написать строителю X. Строитель X — это высший уровень в игре. Он тебе не ответит. И не надо. Я возьму данные его электронного адреса, и мы встретимся с ним в жизни. Есть! Тайна разгадана! Анжела, прости, но это срочно. Но мне нужна песня! Я в тебя верю. Ты напишешь лучший хит в мире. Том, пойдем уже. Все хорошо. Вот он, строитель X. Мы должны относиться к нему с уважением. Ронни? Здравствуйте, Том. Ты строитель X? Да, я быстро делаю уроки, и у меня много времени на игру. Что X может для вас сделать? Мы хотим играть так же хорошо, как Джинджер, но при этом не проходить все уровни. Ясно. Простите, Том, но в квадростек так не бывает. Все понятно. Если поможешь, я разрешу тебе первому съесть десерт в следующем походе. Первый десерт. Может, я все-таки смогу вам помочь. Вот мой специальный чит-код. Он умножает ваши ресурсы. Но будьте осторожны. Изменения кода могут привести к серьезным последствиям. О, да ладно, мы будем осторожны, мы понимаем. О, стой, Рондал, у меня вопрос. Если бы ты писала идеальную песню, о чем бы она была? О, идеальная песня должна быть про любовь. Идеально. Совсем нет. Идеальная песня должна быть про вечеринку. Идеальная песня про расставание. А лично мне нравятся песни про космос. Но... Стойте, стойте. Спасибо, чит-код. Этот гигантский дом великолепен. Хорошо, что у тебя есть свой. Да. Ух ты, настоящий дом друзей. Ух, класс. Хэнк, ты решил присоединиться к квадро-революции? Я не хотел ничего пропустить. Я создал свое убежище в этом мире. Вот. Этот холм, но там ничего нет. Знаю. Я подумал, если я что-то надстрою, будет некрасиво. Нравится? Ух.
Красивые дома, наверное. Но вы все еще в моей тени. И вы снова забыли про защиту. О, нет! Почему ты все еще лучше нас, несмотря на чьи... Веселый вечер в игре. Пойдем, Том. Пришло время изменить код. Горжусь тобой, Бен. Ты прекрасно улучшил чит-код Ронни. Это было несложно. Ронни — ребенок, а мы с тобой взрослые. Верно. Эй, Анджела! Тебе все еще нужна помощь с песней для фестиваля? Ну, конечно! Я спрашивала людей про идеальную песню, но всем нравятся разные вещи, и я не знаю, кто прав. Идеальная песня — это про танцы. Никто так не ответил. Теперь вообще ничего не понятно. Не сдавайся! Я уверен, ты напишешь песню, которая понравится всем. И как мне это сделать, гений? Написать обо всем, что нравится? Песня обо всем, что нравится. Ты гений! Спасибо, Том. Ух ты! Сегодня точно мой день. Я же просил не менять мой код. Неужели непонятно? Вы все разрушили. Посмотрите на этот кошмар. Что происходит? Я всего лишь изменил код, чтобы мы получили в 1000 раз больше ресурсов. Вы все умножили на 1000, включая квазы. Вы всегда о них забываете. Нам надоело, что дети побеждают в игре. Теперь никто не выигрывает. Везде опасно. О, нет. Эй, добро пожаловать на мой холм. Я хотел поставить знак с надписью «Добро пожаловать». Ничего не ставь! Ты жив пока только благодаря твоему странному способу игры. Армия квазов разрушает все, что строят игроки. В этой игре есть враги? Я играл в эту игру сотню часов, и у меня ничего нет! Нет, у тебя есть навык строительства. Уверен, что в жизни он тебе пригодится. О, Хэнк прав. Есть план. Используя чит-код, мы с Беном дадим вам время проявить навыки строительства и сделать ловушку для квазов. Что-нибудь классное. Привет. Нет. Надеюсь, получится. А вот и они. Бежим! На вершину холма! Есть! Поймали! Проще простого! Ой-ой, может и нет. Ловушка их надолго не задержит. И не надо! Прочь из моей игры! Дом-ракета, который улетел из собственной игры? Ха! Ты правда можешь построить что угодно? Да! Злодей теперь где-то в космосе. Вы сломали игру, которая мне нравилась! Но потом вы спасли эту игру. Думаю, все хорошо. Привет! Получилось! Я написала песню, которая всем понравится. Неважно, что им нравится. Мы любим вещи. Любим комфорт. Ценим мы жизнь и вкус. Это плюс. Сладкий вкус. Эй, сегодня были взлеты и падения, но в итоге все получилось. Ой!
Продолжение следует. Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».